Добрый день, вы на моем канале Таро от Вики, меня зовут Виктория. Рада приветствовать всех моих прежних подписчиков и новых подписчиков, которые добавились на мой канал после моего длительного отсутствия. Я надеюсь возобновить наши встречи, беседы. И для начала хочу вам предложить расклад на тему исполнения желания, да или нет. Исполнится ли ваше желание? Да или нет. Предлагаю вам выбрать один из четырех вариантов, либо вы можете загадать все четыре варианта. Выбирайте свою колоду. Классическая Таро, Таро Светлого Провидца, Таро Русалок и Таро Ведьм. Какая вам ближе по духу, по картинке, может быть, с которой колодой вы уже знакомы, или какая вам шепчет, как говорится. Выбирайте, пожалуйста, вашу колоду, загадывайте желание и будем смотреть. Начнем мы с первого варианта. Эти колоды мы пока отложим. Пока тасую колоду, загадывайте ваше желание. Подумайте, представьте, как бы вы хотели, чтобы оно исполнилось, каким способом. Может быть, с помощью какого-то человека или своими силами. Представьте ваши чувства, которые вы будете испытывать, когда ваше желание исполнится. Мы посмотрим. Так. От прошлого к настоящему смотрим исходную точку ситуации, как бы исток. Далее мы смотрим развитие ситуации, прогресс, итог. Смотрим неожиданность или сюрприз, которая встретит вас на пути к исполнению вашего желания, препятствия на пути к исполнению вашего желания, что вам нужно делать и чего вам делать не стоит. По ходу, если какие-то будут дополнительные вопросы у меня самой возникать по раскладу, буду доставать дополнительные карты. Давайте начнем смотреть. Возможно, у многих, кто сейчас загадал, данное желание будет касаться романтического вопроса, то есть взаимоотношения с мужчиной либо женщиной. Если вы мужчину смотрите, то ситуацию переворачиваете на себя, потому что здесь выпадает рыцарь кубков. Кубки, как известно, это масть эмоций, чувств, романтическая сфера. Но если вы загадали какое-то желание из деловой сферы, бизнеса, касаемо денег, либо какого-то другого вопроса, то буду также для вас раскрывать. Значит, скорее всего, здесь загадывает человек, у которого было недавно знакомство, либо есть вторая половинка, и вы ожидали продолжения развития вашего романа. У кого-то это после знакомства первого свидания, может быть, у кого-то это предложение встречаться или начать жить вместе, у кого-то кто-то долго вместе, уже это предложение руки и сердца, потому что рыцарь кубков, ну, как вы понимаете, это принц на белом коне. Вот. Но в какой-то момент что-то пошло не так, потому как выпадает паш мечей и случилось какое-то охлаждение. У кого-то человек мог даже пропасть на какое-то время, поэтому вы задаетесь этим вопросом, почему, что случилось, куда человек пропал. Скорее всего, этот человек, загаданный мужчина, сейчас пока расскажу для тех, у кого романтический вопрос, да, потому что здесь прямо много очень кубков, и, скорее всего, дело касается более сердечных дел. Вот ваш загаданный молодой человек, и из-за того, что он выпадает как король пентаклей, я могу судить о том, что человек деловой. Человек мог пропасть или уделять вам меньше времени из-за того, что у него просто дела на работе. Он занят сейчас зарабатыванием денег, либо решением каких-то насущных бытовых вопросов. В целом сразу видно, что по раскладу много кубков, поэтому вам ни в коем случае не стоит впадать в панику, потому что, что касается отношений или любых других вопросов, здесь желание это ваше исполнится, но нужно будет, конечно, подождать. Я думаю, сейчас в позиции прогресса или развития ситуации по четверке жезлов, я думаю, человек как раз занят
вопросом сам об устройстве личной жизни, и он в вас может видеть партнера или партнершу, как раз для того, чтобы быть вместе, либо у кого-то уже обозначить дату свадьбы. Что касается деловых вопросов, либо вопросов, не касаемых любой другой сферы, это также после ваших надежд на скорое исполнение желаний некий застой, который также может быть связан с королем Пентакли, например, начальник ваш на работе, да, ну, либо еще какое-то, может быть, официальное лицо, которое, ну, притормозило, скажем так, развитие вопроса и дело встало. Но я, как уже сказала, желание исполнится, но здесь вопрос, что надо будет подождать, потому что наблюдается некий застой. В итоге, вот он, есть застой, то есть человек сидит здесь на своих мешках, на своих пентаклях и как бы не двигается с места. Так что же нам в этой ситуации нужно делать? Вам нужно, ну, не зацикливаться на этом. Потому что в позиции сюрприза выпадает карта дурака, карта шута, карта легкости. То есть, чем быстрее вы расслабитесь и отпустите ситуацию, тем быстрее данный вопрос разрешится. Скажем так, займитесь собой, займитесь своими делами. Вот здесь у человека в руках розочка. Сейчас весенне-летняя пора, море цветов. Можете ходить гулять, купить себе букет, в конце концов, если человек вам пока его не купил. Может, кто-то выставит фотографию, допустим, он призадумается, а что-то откуда-то букет-то взялся, я же его не дарил. Откуда-то он взялся, так может и зашевелиться, может и такое быть. В общем-то, займитесь собой, отпустите ситуацию. Препятствия какие ждут вас на пути к исполнению ваших желаний? Я бы сказала, что препятствий нет, потому что вот он, союз ваш. То есть и вы стремитесь к союзу с вашим партнером, так и он стремится. Ну вот опять же, как я сказала, по своим причинам, из-за своих дел он мог несколько отдалиться от вас. Также, если вы загадывали желание из деловой сферы, работы, денег, то, ну, здесь также судьба вам благоволит. Я не вижу здесь у вас никаких препятствий. Что вам нужно делать? Ну, вот здесь выпадает паж кубков. Это человек, который не действует, то есть ничего не делаете. Но надейтесь на лучшее. Опять же, вот он тут хорошо сочетается. Карты одна под другой легли. Карта дурака и карта пажа кубков. Пожалуйста, ну, просто ожидайте. Просто ожидайте, что ситуация сама собой нормализуется. И чего не нужно делать здесь? Карта десятка пентаклей. Ну, опять же, я бы сказала так, не требуйте от этого человека слишком много. Может быть, кто-то ожидает слишком дорогих подарков. Может быть, кто-то, кстати говоря, может быть, поэтому человек и пропал, да? Вы ему там заказали что-то, намекнули на что-то, а он схватился за голову и побежал. Ой, куда же мне, что же мне делать, надо быстрее там или денег заработать, или мог кто-то там вообще слегка напугаться, да? Но это крайний случай, может быть, кого-то это касается, кого-то нет. Ну, занимайтесь собой, я бы опять сказала, занимайтесь собой. Свои средства тратьте на себя, на свои удовольствия. Здесь все вот идет к тому, чтобы, не напрягаясь, оставить, отпустить эту ситуацию и ждать, когда она сама собой разрешится. Так что желание ваше в любом случае исполнится. Это что касается первого варианта. Давайте перейдем ко второму варианту. Если есть какие-то дополнительные вопросы по раскладу, пишите в комментариях. Так. Второй вариант. Тасую колоду, вы загадываете свое желание, представляете, как оно сбудется, какие вы чувства будете при этом испытывать. Так, исходная у нас точка от прошлого к настоящему. Как ситуация развивается, как она будет дальше развиваться, прогресс ситуации, итог,
данной ситуации. Неожиданность или сюрприз, который вас ожидает на пути к исполнению или неисполнению вашей мечты. Препятствия. Что вам нужно делать и чего делать не нужно. Если первый вариант касался прямо большую часть романтической истории, то здесь, ну, может быть, у кого-то, опять же, вопрос касаемо сферы нежных чувств, а у кого-то скорее вопрос этой сферы не касаемый. Здесь речь идет о желании, которое вы вынашиваете очень давно по семерке Пентакли. Вы его очень долго взращивали, холили, лелеяли, да, что называется. Ну и вот ждете, вот, возможно, вы посадили семя и ждете, когда оно наконец прорастет. То есть вы очень долго ждете исполнения этого желания, очень долго. Это не какие-то там сиюминутные, да, вот понравилась сумка, срочно ее хочу, вот где вот взять денег, да, кто бы мне ее подарил. Это такое что-то, может быть, это может быть даже мечта вашей жизни, цель вашей жизни. Это что-то такое очень глубокое, очень то, что давно вас сидит, то, что давно вас тревожит. А тревожит, потому что выпадает карта Луна. Вы можете переживать, опять же, может, кто-то не спит ночами или перед сном думает, ну когда же, ну вообще, вот смогу я или нет, или не смогу. Страхи также касаются, возможно, каких-то внешних обстоятельств, которые препятствуют исполнению ваших желаний. Может быть, эти обстоятельства от вас не зависят. Ну, то есть случилось какой-то вот крах, возможно, даже глобальный, да, который не дает вам прийти к вашей цели. Здесь не то, что даже какая-то мечта, желание. Здесь вот у человека конкретная цель, потому что он не просто там сидел на диване и о чем-то мечтал, а он для этого предпринял определенные шаги. Он ждал результатов от своей работы, но пока ее получить не может. Это истоки, да, проблемы, от чего мы отталкиваемся. Смотрим прогресс. Десятка пентаклей выпадает. Это прекрасная карта. Карта говорит о том, что на пути к вашей цели вам могут помочь ваши родные и близкие, потому что десятка пентаклей характеризует также семью. Здесь на карте изображены радостные люди, то есть вам будет обеспечена поддержка как родных, близких, вашего ближайшего окружения, так, возможно, и материальная поддержка, если такова вам будет нужна. Ну и как итог выпадает император, то есть цели вы своей добьетесь. И, ну, я бы сказала, здесь цель будет исполнена благодаря самой вашей целеустремленности и также поддержке окружающих людей. Какие неожиданности или сюрпризы будут вас встречать на пути к исполнению вашей цели? Почему говорю неожиданность или сюрприз? Потому что, ну, неожиданность, она бывает приятная, как сюрприз, так и неприятная. Но здесь в позиции неожиданности или сюрприза выпадает подвешенный, да, повешенный человек. То есть, опять же, исполнение вашего желания, скорее всего, затянется на более долгий период, чем вы ожидали, да, то есть неожиданно, неожиданно долго вы будете идти к своей цели. Препятствие, терпение, ну да, опять вот похоже по смыслу карта. В чем препятствие? Ну, только вот в вашем терпении, наберитесь терпения, да, потому что, опять же, подвешенная ситуация, которая долго развивается, никак не может прийти к своему концу, здесь вот препятствием является только ваше терпение. Хватит у вас этого терпения или нет, поэтому, как уже сказала, запаситесь им. Что вам делать нужно? Ни в коем случае не останавливайтесь по карте колесницы, только двигайтесь вперед, 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 потому что здесь... Я бы сказала, вы загадали такое правильное желание или правильную мечту, ну, если можно так выразиться, да. То есть вот все, к чему вы стремились, все было ладно и складно до тех пор, пока вот это не случилась башня, которая вам помешала. Такое ощущение, что вы тут бизнес-план прорабатывали, как это все. Бизнес, не бизнес, или просто план писали, или там в ежедневнике, как сейчас модно. Да, разбейте свою крупную цель на подзадачи мелкие и выполняете поэтапно пункты плана. Вот такое ощущение, что вы придерживались
такого руководства. Кстати, кому интересно, на Ютубе очень много таких видео. Я не буду вдаваться в подробности, но, возможно, кому-то это поможет прийти к успеху при исполнении своей мечты, чего вам делать не нужно, чего не нужно делать. Девятка мечей. Ни в коем случае не впадать в отчаяние, в панику и в переживание. То есть здесь у вас все пути открыты. Поэтому самое главное вам это ждать и терпеть. Вот так вот. Так, расклад, в принципе, я бы сказала, сильный. Чувствуется, что здесь, что вы человек сильный, действительно терпеливый. Семерка пентаклей – это ожидание. И подвешенный, повешенный аркан – это... какой-то затяжной процесс. И карта умеренности, ну, это тоже терпение. Поэтому три аркана свидетельствуют о том, что цель ваша будет исполнена, но спустя время. Переходим к третьему варианту. Пока тасую колоду, пожалуйста, загадывайте ваш вопрос, представляйте тот самый момент исполнение вашего желания. Представляете как можно ярче, представьте себе свои чувства, эмоции, которые вы будете ощущать, когда это желание исполнится. Давайте посмотрим. Итак, от чего же мы идем? Откуда мы исходим? Кто-то, сразу говорю, кто-то здесь ждет вестей из прошлого. Возможно, от... Ну, невозможно, от короля кубков. Возможно, от вашего бывшего партнера, либо, я опять же имею в виду партнера в любовной сфере, либо, может быть, даже делового партнера. Есть тут такое, да. Развитие ситуации. Здесь очень много идет... Подходит этот вариант тем, кто ждет... известие от человека, с которым вы по каким-то причинам перестали общаться. Вот здесь вот, вот для этого подходит. Ну, другие сферы тоже рассмотрим. Так. Неожиданность. Препятствие. Что нужно делать? И чего делать не стоит. Так, смотрите, здесь в основном, как уже сказала, ваши ожидания, ваши желания связаны с королем кубков. Кубки опять сфера эмоциональная, сфера чувств, поэтому большинству подходит, кто загадал желание любовное. Здесь, скорее всего, вы долго с партнером вместе работали над своими отношениями, но по колесу фортуны вдруг что-то резко изменилось. Ну, возможно, даже вариант похожий чем-то на первый. В процессе вы как раз ожидаете вот этой весточки пажа кубков. Это приятное известие, но в данном случае оно касается короля кубков. Вы ожидаете известия от этого человека. Может быть, думаете сами связаться с ним или хотите, чтобы он написал вам. И как итог выпадает карта отшельника. То есть это как карта одиночества. Я бы сказала, в ближайшем обозримом будущем контакт с этим человеком не возобновится. Если это касается, например, работы, конечно, не могу охватить все сферы жизни, потому что расклад общий. Например, если это касается работы, потому как выпадает восьмерка пентаклей, вполне возможно, что вы, отправив резюме, очень долго ожидали отклика работодателя на свое письмо. Да, опять же, вот. Но так пока вы в ожидании, так пока вы и не дождались. Надеялись очень, очень сильно надеялись на счастливое заключение трудовых отношений, но пока оно откуда пришло, туда и ушло. То есть пока тишина по данному вопросу. Но в любом случае
По третьему варианту развития событий я пока не наблюдаю. Неожиданность, которая выпадает по третьему варианту, семерка жезлов, очень много, знаете, таких препятствий, которые вы даже и не ожидали. Вот здесь вот на карте изображен аквалангист, да, мы видим, что это человек, а колода у нас Таро русалок. То есть плыл себе человек, плыл, вроде как на пути к своей цели, надеялся, но неожиданно вдруг увидел вот тут семь русалок, да, ему встретились. То есть увидел такое, чего он и не ожидал. Вот и здесь, на пути к исполнению вашего желания, вы, скорее всего, столкнетесь с такими препятствиями, ну, которые вы просто не могли предположить. Я бы не сказала, что они там какие-то из ряда вон выходящие, но просто, возможно, вы что-то не предусмотрели, где-то что-то упустили. Подумайте. Может быть, когда вы составляли резюме, не указали какие-то, например, свои качества, которые могли бы заинтересовать этого работодателя. Если это касается опять сферы любовной, возможно, произошло какое-то недопонимание, да, может быть, вы, ну, просто должны были обсудить какой-то вопрос, расставить, как говорится, все точки над «и», и чтобы не возникало каких-то там непонятных ситуаций, либо впереди у вас это произойдет. Так что, если человек это все-таки объявится, попробуйте, ну, если у вас возникнут такие ситуации, а по этой карте, скорее всего, они возникнут, попробуйте обсудить с ним вопросы, может быть, каких-то, ну, вот, связанные с недопониманием в отношениях. Препятствия, семерка пентаклей. Семерка пентаклей. Опять у нас вот почти по всем вариантам выпадает вот затяжное исполнение желаний, то есть ожидание. Ну, не ждите, что человек этот к вам проявится. Я бы сказала, тут скорее по третьему варианту нет, чем да. Что вам нужно сделать? Шестерка кубков – это память, да? А возможно, вам стоит покопаться в своей памяти, где все-таки вы упустили какую-то деталь, может быть, где-то допустили какую-то ошибку. Опять же, где-то это у вас зарылось, закралось недопонимание. Как что-то вот в прошлом у вас такое случилось, из-за чего и дело стало. Чего делать не стоит? Не стоит входить в противостояние с этим человеком, в конфронтацию с королем кубком, да, которого загадали, либо этот человек, с которым связано исполнение данного желания, да, опять же, может быть, вы деньги загадали, то же самое, возможно, что-то какое-то произошло недопонимание, может быть, это, ну, как я уже сказала, или потенциальный работодатель, где бы вы хотели получить вакансию, занять, вернее, эту вакансию, получить работу, если ваше желание связано с деньгами, да, потому что, опять же, пентаклевая карта, и вы хотели попросить у начальника повышение зарплаты, опять же, что-то где-то посмотрите, может быть, вы неправильно составили отчет, да, ну, как бы он считает, за что вам там премию платить или что-то подобное, опять же, говорю, не могу предусмотреть все ситуации, поэтому ни в коем случае не вступайте в конфликт, в выяснение отношений, в открытое противостояние. Если уже были какие-то недопонимания, попробуйте их мягко разрешить и поговорить с этим человеком, либо сами для себя в своей голове попытайтесь уяснить и разобраться, что же могло такое пойти не так. Но это, конечно, знаете только вы. Только вы. Поэтому вот здесь неисполнение желаний закралось в ошибках прошлого. Так, спасибо за просмотр третьего варианта. Давайте посмотрим четвертый вариант. Тасую колоду, четвертый вариант. Загадывайте, пожалуйста, ваше желание. Представьте ярко его исполнение. Какие чувства вы будете ощущать, когда ваше желание исполнится. От чего мы отталкиваемся? Двойка пентаклей. А сами ли вы точно ли знаете, что вы хотите? Потому что либо вы хотите и то, и все сразу, либо вы еще сами не определились, черную вы машину хотите или красную. Это как пример, да?
На море вы хотите поехать отдыхать на пляжном отдыхе, либо вы хотите экскурсионный тур-поездку, да, с просмотром достопримечательностей. Это все примеры, вы смотрите свою ситуацию. Сразу карта говорит о том, что ваше желание, оно не определено для вас самих. То есть, может быть, вы хотите какую-то новую сумку, но не определились. Вот вы хотите ее белого цвета к летнему сезону, либо вы хотите ее другого цвета, либо вы все хотите все сразу, а вариантов исполнения мечты в таком количестве сразу просто сейчас в данный момент нет. Вот сразу, да, определитесь точно со своим желанием, но шанс на исполнение у вас в принципе-то есть. То есть здесь по данному раскладу вы не хотите чего-то невозможного. Скорее всего, оно связано с материальной мечтой, то есть это конкретная какая-то вещь. Телефон, там, сумка, кошелек, перчатки, одежда, что-то такое. Просто вы хотите получение денег, вы, может быть, вы не знаете, какой суммы там, да. И надеетесь, что оно исполнится. То есть надежда вас не покидает. Но вот здесь сразу карты говорят о том, что нужно более конкретно определить свою мечту, свое желание. Кстати, уже в данном видео, по-моему, во втором варианте я говорила о том, что очень много есть информации в интернете по поводу, как правильно загадывать свое желание. Так вот, одним из пунктов, как бы скажем, данных практик является то, что вы должны конкретно на листке, прямо в тетрадке, в блокноте прописать конкретно, что вы хотите. Не просто там абстрактно. Я хочу купить там бежевые обои, да? Пропишите в блокноте, если вы хотите сделать ремонт, хочу бежевые обои. Вот пропишите, пожалуйста, в блокноте, что у них будет такая-то текстура, у них будет такая-то цена, что вы их хотите купить там от такой-то фирмы, там, либо страны-производителя, либо что-то еще. Ну, то есть конкретно-конкретно пропишите вашу мечту. Вот здесь вот не хватает конкретики. Дальше смотрим прогресс. Итог. Отшельник уже попадал. Так, здесь опять что-то пойдет не так. Что-то пойдет не так. Давайте смотреть, с чем это связано. С чем это связано? Неожиданность или сюрприз? Препятствие на пути к исполнению? Что вам делать нужно? Что вам делать не стоит? Смотрите, здесь ни в коем случае не вступайте в конфликты с кем бы то ни было. Ну, такая интересная ситуация. Может быть, вы хотите получить что-то от кого-то в качестве подарка. Если вы рассчитываете на свои силы, опять же, ну, может быть, если вы советуетесь с ближним окружением, они вам не советуют там покупать эту вещь, то, может быть, стоит прислушаться к их мнению, потому что, ну, здесь вот такое ощущение, что все и сразу, все и сразу. Вам вот здесь вот в качестве препятствия вам могут говорить, что, ну, подожди пока, ну, давай вот, не все сразу, давай вот определись. Ну, вы хотите нет, все либо ничего, и на пустом месте может возникнуть конфликт, который просто повлечет за собой вот этот вот затяжной период, кризис, который вот опять же не совсем не поспособствует вашему исполнению вашего желания. Но тут вот, знаете, как вот называется, начали за здравие, кончили за упокой. Все шансы, главная карта, шансы для исполнения мечты у вас есть. А в позиции неожиданности или сюрприза у нас проявляется аркан Туз жезлов. Это говорит о том, что вы очень деятельный, и опять же, это как вторая карта шанса, то есть опять вот что-то такое произойдет, что вот воткнули палку в землю, на ней вот цветы выросли. То есть вот на пустом месте ваше желание может исполниться легко, легко и быстро. И так, в принципе, по карте дурака вам и следует себя вести и так к этому относиться налегке. Но вот препятствием на пути к вашему желанию, опять же, является карта конфликта. Пятерка жезлов. С кем-то вы конфликтуете. Может быть, для исполнения вашего желания вы хотите занять денег, а вам не дают, потому что, опять же, говорят, что
или это слишком дорого, или опять это слишком много. То есть вот окружение здесь мешает вам ваше окружение, но я бы сказала, что вам здесь следует к нему прислушиваться, не отчаиваться по пятерке кубков, не бросать все, не опускать руки, но вам нужно договориться с окружающими вас людьми, либо даже договориться с самим собой, не конфликтуйте сами с собой. Вам следует, опять же, разобраться, чего вы хотите, и сколько и когда. Может быть, не все сразу. Может быть, не все сразу, да? Ну вот, по итогу, по отшельнику, опять же, период затянется, пока ваше желание в обозримом будущем не исполнится, несмотря на то, что есть шансы. Расклад указывает на то, что нарушен баланс, нет баланса. Вот он жонглирует, да, этими монетами, они прыгают туда-сюда, туда-сюда. И облака, да, витает в облаках человек, он пока не знает, у него и то, и все, и все эти пентакли, они не в руках у него, они в подвешенном состоянии. Вот поэтому данный расклад говорит о том, что пока вы не разберетесь со своими истинными желаниями, того, чего вы хотите, потому что у нас ведь как бывает, хочу, купил, положил в шкаф, хорошо, забыл, и все, вещь не нужна. Вот такое вот. Если вы загадывали любовное желание из романтической сферы, ну, здесь также вам просто нужно определиться, каких отношений вы хотите с партнером, каких отношений хочет он, и разобраться в том, совпадают они или нет. Потому как если они не совпадают, возникнет конфликт, и у вас в итоге в ваших отношениях ничего не получится и не наладится. Поэтому здесь нужно разбираться, кто чего хочет, когда, зачем и почему. Спасибо вам за просмотр. Как бы там ни было, я всем желаю, чтобы ваши желания исполнялись, чтобы вас это радовало, а не просто как-то там исполнилось таким способом, которым вы были бы и не рады. Да? Ведь бывает много историй, когда и такое рассказывают люди, когда желание исполнилось, а счастье и радости это не принесло ни самому человеку загадавшему, ни его окружающим, а еще, не дай бог, и не принесло бы какие-то беды. Итак, я желаю, чтобы ваши желания всегда сбывались. Я очень рада, что со мной остались мои прежние подписчики. Я очень рада новым подписчикам. Я надеюсь продолжить здесь с вами свое общение, смотреть новые расклады, смотреть новые какие-то интересные, незаезженные темы. Можете их предлагать в комментарии, поэтому я всегда их читаю, все ваши комментарии я читаю, всегда буду рада. Если понравился вам расклад, ставьте лайк, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Надеюсь, что в скором времени выйдет мое следующее видео с более удобной картинкой для вас, да, чтобы вы видели также карты. И всем спасибо, всем до свидания.